Молодой режиссер Глеб Черепанов по-своему рассказал историю музыканта. Оркестр всегда обойдется без дирижера, но только не без контрабаса. Повесть о гибели таланта и обмельчании души одинокого контрабасиста сопровождалась необычными звуками предметов. Во время спектакля многие из декораций превратились в музыкальные инструменты. Философские рассуждения, откровения любви, попытки доказать несправедливость мира. Герой перед зрителем выворачивает наизнанку душу. Но каждое движение на сцене посвящено музыке, выше которой для героя Константина Хабенского ничего нет. И, конечно же, самому инструменту – контрабасу, который музыкант ненавидит, от которого стерт в мозоли пальцы и вокруг чего вертится весь его мир. На самом контрабасе Хабенский играет в самом конце спектакля, появляясь после занавеса. По задумке автора, режиссер представляет две истории событий. Постановка, показанная в Сочи впервые, собрала в зале аншлаг и оставила зрителей под впечатлением. Наводит на размышления. Очень приятно. Играет великолепно. Спектакль, наверное, тяжелый, но посмотреть его стоит. И работа артиста, она просто великолепная. Наверное, еще долго бы о нем думать и его вот переваривать. Сочетание всего, в общем-то, многие, я смотрю, не поняли, но смысл очень широкий, он вообще глыба просто. Кстати, мозоли от струн контрабаса у актера реальные. Роль, по словам артиста, далась непросто, но стала одним из любимых образов на сцене. Я же не учился этому со школьных лет, и как-то для меня, даже несмотря на то, что какие-то дворовые навыки игры на гитаре, но здесь совсем другая техника и смычок плюс ко всему, поэтому непросто. Я очень надеюсь, что фестиваль будет жить, очень надеюсь, что и в следующем году я тоже приеду, и нам есть чем похвастаться, есть чем поделиться со зрителем. В этом году в рамках Международного фестиваля искусств для зрителей приготовили немало сюрпризов. Сегодня сольным концертом выступил маэстро фестиваля Юрий Башмет. А в субботу сочинцев и гостей города ждет еще одна премьера – слияние классики и рока. В творческом тандеме выступят маэстро фестиваля Юрий Башмет и Диана Арбенина вместе с группой «Ночные снайперы». Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.